Я помню, как собирались мы во дворах, чё-то сочиняли на ходу. Все нормально. Шоколадные люди. Пропало самое главное этому доказательство, что это предательство или издевательство. Несомненно, воры постарались на славу, но я не собираюсь разыгрывать драму. У меня иной фланг. Джема есть в Москве, джемов нету в Питере. Джемы только для избранных, на джемах нету зрителей. Раз побывав на джеме, а уже сдали 200 треков, 200 раз подумайте, прежде чем нажимать на рекорд. Я не жду победы, не устрою даже месиво. Ну вы все чуваки, здесь чё? Здесь свой базар, по-пацански чисто. Рви папчи любой парчевки, это легче, чем ебать купчино копченую. Жри макароны альдента, это вкусней. Китайцы, зайцам, дед Мазай, джайда и майтов йога. Для плеяды я пи в рэпе, в рил трухип, капи мистер Ньюско, Митсубиси, его 8. Моя миссия, я как диси, я шоу. Крохиплан удивила, просто такая ман. Изнутри вставляла молекулу из пар. И посылка на мой стиль, штиль. Чего-то был. Пристон, социум, ты влип в этот микс не случайно. Резон найдется, щит от пресса. Тем, кто не сдается, фасон городоскопа. Формулировка эмоций. Время, ночь, лучше молчи. Тихо, блин, на таких, как ты. Но готовы его везде убить, коллеги, тогда будет не важно. Совсем будут рады получить срок такой жизни взамен. Кликать темпы. Посмотри на этого лузера с охапкой шахмат. Тут пахнет с кухой и сукой, никогда не был драку. Я расслаблен, надеюсь. Хотелось бы не заложать. Нас уже зовут. Все будет нормально. Зерку курит на выступление. Мы продолжим вместе с вами наше шоу. Очень можем как коробку закинуть дроп в топку. Простите за автоп. Пересохла у космонавта глотка. Надо на маргинал. Кошена жирушка, а фото судьбально. Кошена ночи, я купила не нашел. Буду погибать молодым. Мега вещь. 1200 участников. Я, честно говоря, офигел слушать. Три дня слушал первый тур без перерыва. Потом было легче. Вот боюсь прям седьмого. Всем пацанам нашим, всем настоящим рашем. А также всем у кого, как у нас идет башню. Мани у нас, бить сердце в каш неровно. Винил хрипит, хрипит у горла не сосать. Нервный, немного нервный, ведь однажды сет. Напил здесь свалился на меня со сцены. Но надо больше рифмы и созвучия, а то бейс благополучно получит победу в самой ебучей паре сезона мне финала. Если не хочешь превратиться в падаль, посмертные награды, это мечта идиота. Лучше на банкноты обменяй свои слова и ноты. Живешь среди животных, перестань быть человеком и засунь поглубже свое эго. Просто так вот. На самом деле Noize MC это поп-проект. Среди того, что я исполняю, мною написанных песен нет. Хватит обвинений в плагиате. Не ко мне предъява, все вопросы к моему композиторскому составу из 10 человек, написавших в том числе. Дело прошлогодней давности. В этой войне мне не грозит умереть по победе. Я оставил в наследие настоящий рецепт бессмертия. Теперь я в танке храню свои рифмы в банке, которых столько, сколько нефти в танке. Или пидоров в парке. Ищешь, тратил не глядя на тренинг давать автографы. Псевдоним подобран. Что-то около полубога. Правда, у бога со стороны смотрелся, по мнению фотографа. Как-нибудь этим точно. Ведром заточен на то, чтоб делать рэп. И днем, и ночью мы вас оставим с носом. Батл выигран, соперники все сдулись. Остав... Собрание уже. Маршируем слева на пленэре. С дядей Валерой меряем нервами километры полей. Стенки мамбре из крови и клевера. Воин и рабей, работу на робу меняй смелей. Рабы-рабы-рабы-ра. Ради мира верим в дыр-доль. Как я и говорил, слились все, остались трое морячков. С виду не похожих ни на баб, ни на мудачков. Правда, присмотрелся к ним и пришло на ум, что двоих зовут по-женски, а третий просто джу. Джи, рил джили, я не знаю. Оборачивать реки вспять, новый молодец. И друг друга жрать, шубы и мясо нас перебили, неискосимую мать природу победили. Права спросить себя, homo sapiens решили люди. Возлагал, накалился, болт упал, бился, колупал, а затем слился. Типа не добил, выбился из сил. И так бывает. Читаю в стиле Бабангиды. Хуйня. Пидор. Хуйня. Вы все петухи, у меня хуй, как у коня. Нет, как у слона, нет, как шея у жирафа. Все вафли в ахуе от глубины моей. Просыпаясь утром полутрупом, я подумал, даже не надевая трубы, мы в клубе покажем, кто лучшая группа. И все будет иначе, если уж мы начали игру. Вот моя задача и задача нашего групп. Без макароны! У меня на ушах лапша или макароны, нам не поровну. Все девочкам, мальчикам, с примеров все могло быть офигенно. Если бы рэпер X был X-меном, с примеров все могло быть иначе.
если бы бардачка из Москвы не бардачила. Но непременно все было бы... Батл, но батл-реванш он выиграл! Победитель Дуня! Дуня! Дуня из Underwater! По-настоящему хорошо отношусь ко всем людям, которые участвовали в этом бэтле, чтобы они там про меня не пиздели. Вот, и 7-й официальный, я буду ебать очень жестко. Вообще, правильное дело задел вот товарищ Скальдерс. Все будет очень круто, ребята. Я верю в то, что и в дальнейшем будет развиваться у нас эта культура. Я надеюсь.